geven. De Russische president Poetin beantwoordde in een jaarlijkse persconferentie vragen van journalisten, politici en burgers. Nou, если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым? Варя Кузнецова, 12 лет. Варя. Варя, ты ставишь меня в трудное положение. Даже не знаю, что сказать. Ну вот, пожалуй, так. Значит, если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Ja, dat iemand besluit om te verdrinken. Hoe kan je ermee wegkomen dan toch? De staatsgeheime ondergrondse schuilplaats van Winston. Варя Кузнецова, 12 лет. Варя. Даже не знаю, что сказать. Ну вот, пожалуй, так. Значит, если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру, если он сам этого хочет.